Вот это погода, вот это красота, ребят. Солнышко у нас, наконец-то, приятная погода для съемок. Всем доброе утро, сегодня я нахожусь в жилом комплексе Адлер. Напомню вам про квартиру, которая имеет площадь двухкомнатной квартиры, 54 квадратных метра. Стою я сейчас на балконе, давайте вам по порядочку все покажу, я эту квартиру ранее показывал, находится она в жилом комплексе Адлер. Здесь рядом школа, это улица Гастелло. Там у нас железнодорожный вокзал. До него идти буквально 15 минут пешком. Вот такой вот балкончик. Заходим в квартиру. Она уже имеет общее очертание комнат. То есть вот эти бетонные стены трогать нельзя, к сожалению. От входа мы, когда заходим, имеем угловую квартиру с тремя окнами и выход на балкон. Коммуникации здесь все центральные. Также здесь счетчик на холодную горячую воду и отопление. Здесь газовая котельная, что дает вам экономию по цене за коммунальные платежи. Это кухня. Здесь раз спальная комната и два. Застройщик специально предусмотрел, молодец, два прохода. То есть кто-то оставляет вот именно этот проход, разделяя вот эту вот комнату, ну, так сказать, средних размеров, да, и есть возможность пройти сюда, это получается отдельная, раздельная, получается, кухня, и, соответственно, вот этот вот проход весь закрывается. Можно сделать наоборот, то есть проходную кухню, как у нас, сюда вход в спальную комнату, там, если вы закладываете вот этот проход, увеличиваете вот так вот спальную комнату. Ну, в общем, вот такая вот квартира. Самое, что интересное, вот это вариант со статусом, естественно, квартиры, полной стоимостью в договоре, а также в ипотеку, без проблем, стоит 12 миллионов рублей. То есть, вы сами видели, какие цены сейчас на новостройки, те же самые Кудепсы можно, к примеру, вам привести, там ценник далеко уже за 300, за квадратный метр. Если мы говорим про топовый такой нашумевший жилой комплекс «Фрукты», да, в котором уже ценник перевалил далеко за 300 плюс, да, то подобная квартира будет стоить где-то на 50% дороже, это как минимум. Поэтому, если вы хотите купить квартиру около моря, которая прекрасно будет сдаваться, ну, в пределах, наверное, 50-60 тысяч, такую квартиру в круг можно сдать будет вообще без проблем. Вот. И мы, конечно же, поможем вам, потому что у нас есть доверительное управление. В общем, квартира пока находится в продаже, ее смотрели, некоторые подавали на ипотеку и мне одобрили. Сумма все-таки такая, не 5, не 6 миллионов. Но, тем не менее, хорошая цена обязательно найдет своего покупателя. И как только мы ее продадим, а это эксклюзив, я обязательно об этом скажу на нашем канале. Давайте посмотрим, какие у нас достижения в ремонтах в Сочи, да, наши прорабы уже наснимали нам видео, мы посмотрим и вы оцените нашу работу. Жилой комплекс «Фрукты», собственники начинают получать ключи, мы заходим на ремонт. Заходим вот этот корпус, называется он гранатовый, сейчас зайдем посмотрим квартиру. Квартира небольшая. Но это тот, кто у нас заключил с нами договор, это первые ключи. Вот так выглядит входная группа. Вот таким вот образом. Мы запустили один лифт. Вот под лифт. Вот заходим в квартиру. Вот такие установлены двери. Пока мы их не меняем. Стены выполнены частично из гипсокартона. И в некоторых квартирах есть вот такие вот бетонные, как у подкорки. Остальные стены все бетон. Мы сегодня приехали с проектировщиком. Проектировщик все замерил. Сейчас будут обсуждать проект с заказчиками. Как только утвердят проект, завозим материал и заходим на ремонт. Вот так выглядит территория. Посадили цветочки, растут цветы.
Здесь газон. Здесь вот площадка, как зона отдыха. Вот таким вот образом выглядит. Вот еще идут какие-то работы. Ребят, всем привет! Мы с вами сегодня находимся в Гранд-парке до улицы Тимирязева. Здесь я вам хочу показать несколько новых квартир, в которых мы начали черновой ремонт и чистовой в том числе. Вот так как у нас мы здесь стартанули с конца прошлого года, и 6 квартир с черновым ремонтом мы уже сдали. И вот сегодня, которые я вам хочу показать, это новые ремонты. Давайте посмотрим вместе. Первый корпус у нас, 6-й этаж, квартира 69. Здесь мы проводим черновой ремонт. И на данном этапе мы выполнили демонтаж перегородок. Здесь был частичный монтаж и штукатурка стен по маякам. Давайте вот посмотрим. Это у нас будет кухонная зона. Здесь зона отдыха. Здесь такой коридор просторный, санузел тоже, штукатурка. Здесь цементная, спальня, здесь будет кровать, ниша под шкаф такая получилась. И вот такая просторная входная зона. Здесь ниша под гардеробный шкаф. Следующая квартира у нас, первый корпус, 106-я, 9-й этаж. Здесь мы не так давно закончили черновой ремонт и приступили к чистовому. Вот на данном этапе у нас здесь работает плиточник. Выкладываем плитку в санузле. Вот таким образом пол уже выложен, здесь застелен пленкой, и картонку пустили, чтобы не повредить плитку. И вот начали уже укладку плитки на стены. В зоне душевой гидроизоляция выполнена. Вот здесь вот таким образом. Плитку подбирал сам заказчик, приобретал в Керамомарацци, ну а мы уже ее забирали, доставляли. Таким образом. Ну, давайте пройдемте в следующий корпус, посмотрим, какие работы у нас там ведутся в новых квартирах. Ребят, 288-я квартира у нас, 11-й этаж, 2-й корпус. Здесь это новый ремонт, здесь мы начали черновой, здесь мы выполнили штукатурку стен. Перегородки от застройщика остались. Единственное, мы подкорректировали дверные проемы, потому что здесь они высокие, не по стандарту. И начали уже штробить стены под электрику. Электрик у нас здесь зашел, сантехник, санузле. То есть уже здесь также уже были у нас кондиционерщики, уже трассы, все выведено. Ну, такая стадия, то есть у нас электрики и сантехники. Ну а следующее по плану у нас — это Альпийский квартал. Там у нас заливается стяжка в нескольких квартирах, поэтому мчимся туда. Вот мы с вами на Альпийском. Здесь мы заливаем стяжку на 3-м корпусе, 8-й этаж. Давайте поднимемся, посмотрим процесс работы. Так, поднялись мы с вами на 8-й этаж. Ну вот, процесс стяжки уже подходит к концу. Ребята уже зачищают поверхность. Санузел уже готов. Ну, вот таким способом это все делается. Ну, а мы сейчас с вами пойдем во 2-й корпус. Там у нас 2 квартиры, которые практически готовы. Там остался последний этап стяжки. Ну а мы с вами посмотрим, как выполнен там ремонт.
13 этаж у нас, квартира 291. И на данном этапе у нас выполнена штукатурка стен, разводка, сантехники, электрики полностью. Осталось только отопление, вот ждем радиаторы, концы вывели. Буквально сейчас позвонили, сказали, что привезут, поехали на склад за ними. Они позиции заказные, поэтому пришлось подождать немного. Санузел, здесь два санузла, так захотел заказчик. Вот такой санузел, да, будет с ванной. Здесь у нас в коридоре коллекторная группа в шкафу, вот такая, электрощиток. В этой части у нас кухонная зона. И здесь еще один санузел небольшой. Раковина будет и подвесной унитаз. И на 9 этаже идентичная квартира, один и тот же заказчик. Сейчас вместе поднимемся и ее посмотрим тоже. Этот же второй корпус, 9 этаж, квартира 242. Такая же, как мы были на 13 этаже. Здесь то же самое. Полностью все готово, за исключением от радиатора отопления. Не повесили, потому что ждем их. Такой же санузел. С ванной, подвесной унитаз, гигиенический душ. Ну и в коридоре установлен также коллектор на горячую холодную воду и на отопление. И электрощиток. Вот такие вот, ребята, у нас успехи на объектах по городу Сочи. Не забывайте о том, что у нас есть отложенный ремонт. Он поможет вам немножко зафиксировать цену и быть спокойным. Если вы имеете 25-30% от стоимости чернового ремонта, уже сейчас вы можете к нам звонить. Мы на первый взнос сможем закупить все черновые материалы, разработать планировочное решение в подарок. И у вас есть полтора примерно месяца для того, чтобы мы возобновили какие-то работы. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте о том, что у нас есть очень информативный сайт masterhouse.pro. Желаю вам хорошего дня, солнечного настроения. Всем удачи, пока!